Приветствую вас. Лукашенко грозится перекрыть транзит газа, если закроют границу, но имеется в виду Белоруссия-Польша. Знаете, по большому счету, если он это сделает, это очень выгодно нам. Нет, я не шучу. Ведь понимаете, какая ситуация? На сегодняшний момент, да, действительно, в основном газ поступает в Европу через Беларусь. Газопровод. Северный поток 2, если будет работать, то очень не скоро. Ну, понятное дело, через Украину тоже поступает, но в ограниченном количестве. Ну, вы, наверное, читали и слышали, что Газпром в этом году в 6 раз уменьшил транзит газа, но сразу уточняю, с точки зрения мощностей. То есть, ну, грубо говоря, в 6 раз можно больше транзит. Ну, а если в процентах, ну, по сравнению с 2020 годом, да, уменьшил почти на 40%. Не в 6 раз. Ну, тут 6 красиво звучит, правда. Ну, вот если действительно Лукашенко перекроет транзит газа, Путину придется встать на колени перед Украиной, я не шучу, и прокачивать газ через Украину. Хочу вам напомнить, что Россия — это бензоколонка и газоколонка. Она поставляет сырье в Европу. Сырье. А покупает технику, оборудование, в том числе смартфоны и машины. Понимаете, экономика России не может существовать, если она не будет продавать в Европу сырую нефть и газ. Просто не сможет. Не потому, что там хочет Путин, не хочет, говорит. Ребята, ну, я много раз показывал, ну, 101 раз показать официальный данный Росстат, где показан экспорт сырой нефти, сырой, не нефтепродуктов, и природный газ. И время от времени двигается, сырой нефть больше поставляет, там почти 26-27%, газа 16, ну до 20%, это всего экспорта, всего. Экспорт сырой нефти 4 раза больше экспорта всей продукции российского машиностроения, в том числе военной техники. 4 раза. Ну 66%. 65-63%, все экспорта России — это минеральный ресурс. Ну сюда. Сырая нефть, нефтепродуктов здесь нет. Природный газ, уголь, железная руда. Россия — это сырьевой придаток. По этой причине она не может не продавать газ. Щеки надавать можно, спорить не буду, но не продавать нельзя. По этой причине в данной ситуации, я не знаю, кого Лукашенко пугает. Но вы, наверное, знаете, есть такое красивое изречение, пугать ежика, вы поняли, чем. Вот то же самое, абсолютно то же самое. В данной ситуации, ну, нельзя Европу пугать тем, что мы не будем поставлять газ. А как же Россия? Она же исчезнет. Она развалится. Вы что, друзья мои? Ну, или поставлять газ через Украину. Ну, как? Вы что? Через Украину? Что же ужас? Труба взорвется. Так что, говорю, что тут, понимаете, вот эта ситуация довольно такая забавная. С одной стороны, да, действительно, Лукашенко надавая щеки, говорит, да я, да ничего ты не можешь, как и Путин ни черта не может. Понимаете, вот эта сырьевая зависимость, она очень болезненная. Тут же, понимаете, какой нюанс. Тут даже вопрос не в том, что там Лукашенко, не Лукашенко. Ведь, понимаете, пацаны придут к Путину и скажут, ты что там твое, фонарил что ли? А бабло наше как? Наше бабло. Не, мы, нас не интересует. Наше бабло, наше. Ведь вы же понимаете, пацаны, счетчик включат Путину и Лукашенко. Счетчик включат. Как-то. Мы что, терять будем? Мы? Мы же тут же зарабатываем. Так что, насмешил, конечно. Нет, конечно, проблема есть, спорить не буду. Я не знаю, как ее будет решать. Там, понимаете, самое плохое, что может быть, ну, вы сами понимаете, эти могут просползаться по ближайшим деревням, поделать такие полудикие цыганские лагеря. Тогда да, тогда уже будет проблема в Беларуси колоссальная. Очень. Потому что тут действительно уже, ну, понимаете, когда нету и цивилизованная миграция — это проблема. А вот когда она приходит в стадию партизанщины, хуже не придумаешь. Может затронуть Украину? Может. Тут действительно задача наших правоохранительных органов — защитить границу Украины от нежелательных, сомнительных объектов.
Ну, это их не задача, пускай решают, не моя задача, в конце концов. Но насчет газа вы уже поняли. Нас смешил, нас смешил.